Дин-дин-дон, дин-дин-дин-дин-дон. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по тестовому сервачку, и здесь у нас появился скинчик, который, соответственно, разработчики у нас сделали, как-то снимали, и... Вот, просто, если ты будешь в шоке, если ты сейчас охренеешь от этого, поставь лайк и напиши в комментариях свое мнение, как ты вообще от этого скинчика. В восторге или не в восторге? Мне вот очень интересно почитать. Вот чисто, чтобы мое мнение, как говорится, не накладывалось на твое, потому что, ну, все-таки это скинчик новый, интересный, возможно, он вам понравится. Но чисто хочется у вас увидеть и услышать. Увидел я в дискордике, что появился на тесте скин новый от чувака с ником Грива на XT. Григорий Морозов, соответственно, скинул мне это все дело в личечку и показал, что имеются скинчики, скинчики, которые, соответственно, нужно протестировать, зайти и проверить. И мы сейчас с вами, ребята, пойдем проверять. Так, ну перед этим, естественно, мы себе с вами что сделаем? Прикупим какой-нибудь хорька, потому что, ну, как фриз с хорьком, мне кажется, это вообще прям классика классичная, которая должна у нас прям работаться и не уходить никогда в жизни, да? Давай, 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 давай. Скорости немножко поднавалим этому всему делу. Что-то мне еще нужно, наверное, дрончика какого-то на скорость, да, чтобы было красиво, чтобы было интересно. Давай, дрончика на скорость тоже мы с вами прикупим. Я просто уже видел этот скин, и... Как так мягко сказать, чтобы не обидеть там ореха, или кто там, или... Или графистов, которые это все рисуют, и... Я не знаю. Может, мне не понравился. Ну, ну хз, хз, хз. Короче. Фриз. Скинчики. Фриз XT. Фриз ТСТ. Фриз ТСТ. Но, как я понимаю, он уже у нас оделся. Оп. Дин-дин-дон, дин-дин-дин-дин-дон, дин-дин-дин-дон, дин-дин-дин-дин-дон. Может, устройства какие-нибудь там фреза еще есть? Интересные. Устройств на фреза нету интересных. Понимаю. Ну, давайте какой-нибудь адреналин чисто купим, чтобы, как говорится, был. Правильно, правильно. Так, ну, фриз. Может, у нас какой-то еще корпус появился, хз. Вот здесь вроде как ничего не появилось, да? Здесь вроде как ничего. Здесь тоже ценома. Так, здесь тоже ничего. Просто к этой пушке, наверное, должен быть какой-то еще корпус. ЕХЗ. Но корпуса вроде как нету. Это, конечно, не точная информация, но давайте чисто с вами проверим. Может, на какой-нибудь тяжелый корпус его запихали. Не, нифига нету, да? Не, нету, на харке же у нас получается тоже, да, ничего нету. Только XT, Legacy, Ultra и Prime. И Prime, да? Да, да-да-да. Так, ну, наверное, с этим фризом нужно зайти на какую-нибудь песочницу ремастера, чтобы, как говорится, полюбоваться этим всем зрелищем. Поэтому давайте присоединяемся и заходим. Не, короче, сразу вам признаюсь, я вот эти вот скины, которые сейчас мы с вами по факту, по сути, обозреваем, я их видел, мне их скидывали, соответственно, скидывали эту фоточку, скидывали, соответственно, это все дело, я, как говорится, это уже все наблюдал, я это все наблюдал и все, соответственно, смотрел, но я думал, это недоделанный скин.
То есть я думал, они это пока в тестовом виде все, как говорится, делают, в тестовом виде все мутят, и там еще будут накладываться какие-то сосульки такие на этот самый фрезеру, чтобы он был прям красивый. Ну, такой красивый, который, соответственно, у нас замутили на тот же самый Хэллоуин. На Хэллоуин скинчик на огнемета, я считаю, что он у них удался на все 100%. Это прям бесспорно. Прям, ну вот, по-любому. Я все-таки надеюсь. Все-таки я надеюсь, что, может быть, это тоже еще недорисованная версия фреза. Че, ребят, думаете? Он из вентилятора крутится. Ну я просто хз. Я реально хз. Я как бы ничего против-то не имею. От слова совсем. Ну как бы что-то и положительное я тоже не вижу. Не, ну здесь фигурки такие, ну какие-то они не прорисованные. Я хз. Может быть, мне так кажется. Может быть, я чего-то не понимаю, но... Возможно. Я, по крайней мере, хочу на это надеяться. Что сейчас на тестовый сервер завезли эту всю штуку. Вот этот, соответственно, скинчик. В недоработанном виде. Возможно, там еще что-то будет появляться. Ты знаешь, как разработчики нас немножко затроллили. Как говорится, давайте мы сейчас вкинем вот эту вот инфу. Они пусть подумают, что это мы сделали специально. Это уже, то есть, финальная версия. И мы так над ними, короче, подшутим. Ну вот прям реально, будет прикольно, я искренне надеюсь, что это серьезно будет прикол. Иначе, как говорится, ну разработчики, не видать вам донат на Новый год. Я, конечно, не подстрекатель, я прям большущий, огромный не подстрекатель, но, по-моему, за этим фризом у нас не будет никто охотиться от слова совсем. То есть, если будет, допустим, какой-нибудь ивент связанный, который был у нас на Хэллоуин, где нужно по островам летать, я фиг его знает. Напишите мне кто-нибудь, что-нибудь. Кто у нас вообще будет охотиться за вот таким вот фризом? Кто вообще будет его брать? Есть у нас такие люди молодые, кто, соответственно, этого фриза готов себе приобрести? Кто ради этого фриза будет где-то там заморачиваться, будет где-то там что-то делать, будет где-то там какие-то ивенты проходить? Кто вот эти вот люди, которые, соответственно, будут этим всем заниматься? Есть такие или все-таки таких у нас нету? Юте Хилах. Все, я у него голдик отжал. Ну, maybe какую-то новогоднюю краску одеть. Вот, веселое время. А я не могу. Ну, вот так можем посмотреть. Веселое время, в принципе, вот так вот выглядит. На этом танке. В принципе, весело. В принципе, нормально. Краска звездопад. Ну, какую краску я могу купить, чтобы, соответственно, на нее посмотреть в гаражике? Давайте какую-то приобретем. Под елкой, не то. Это я тоже себе взять не могу, это я тоже себе купить не могу. Я что, ни одну новогоднюю краску не могу купить? Да вы шо, рофлите? Да вы шо, рафлакекичи, что ли? Дайте мне что-то купить, дайте мне что-то приобрести за кристаллики. Ну, допустим, окей, пусть будет тот же самый звездопад, я себе прикупил, да? Я же ничего больше не могу взять с новогоднего. Не могу из новогоднего ничего взять, но в принципе... Ну он недоработанный ведь, да? Ну по-любому.
Он ведь просто недоработанный, недорисованный. Там типа еще что-то будет сверху. Я ведь правильно понимаю? Или нет? Ну, по-любому он недоработанный. Ну, по-любому. По-любому ведь он еще недоработанный. Потому что здесь, ну, смотрите, ну, клепки даже те же самые, не прорисованы в HD. А разработчики у нас стараются, в принципе, когда что-то новое такое выпускать, все прорисовывать. Хотя вот задняя часть меня смущает, то, что она уже прорисована в HD. Что вот здесь вот эта вот шляпа крутится. Вот это меня смущает и, в принципе, дает понять, что, возможно, это у нас и финальная версия уже. Или не финальная версия. Или что, или как? Ну, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер и новый Фриц. Всем ба-бай.